Ну, значит, мы доехали до спуска, и здесь, в принципе, открываются неплохие виды. Вот, и надо бы здесь немножко полетать, вот, самую капельку, потому что спутников здесь практически не ловится, видимо, из-за гор. Поэтому летать, наверное, придется в ручном режиме. Вот. Так что поехали, сделаем пару кадров. Вот. Сомнительно, что будет супер красиво, потому что очень большие масштабы. Здесь надо либо подниматься очень высоко, либо я даже не знаю, что еще. Мне кажется, он просто сдвинулся туда и все.